Ну що ж, всім привіт! Почнемо наш другий випуск з Лондона. У цьому випуску ми будемо їздити по локаціях на праворульному БМВ моїх друзів. Ще до світанку поїдемо до оптового ринку з морепродуктами та, як би мовити, затаримося трохи на вечір. Далі поїдемо у локальський англійський паб, де я скуштую традиційний сніданок. Пізніше пройдемося парком Грінвіча, його ж університетом, прогуляємося по неймовірно сучасному району Canary Wharf, а також по ботанічному саду на даху будівлі. До всіх локацій можна доїхати на метро. Що ж, let's go! Доброе утро. Приехали за креветками, за устрицами на рынок. 5 часов утра. Мы вышли на парковку, тут сразу чувствуется запах. Так, устрицы килограмм 6,50. King Prawns 11. King Prawns. Размер меньше 10. 25 устриц, 16 фунтов. Двадцать пять килограмм стоит. Фунтов один стоит. Красная рыба. The size of the prawn, that's a large one. Size, so important, yeah. The other ones are slightly smaller at 23. This is the large one? That's the large one. Yeah. Тут оплачиваем на месте, дает талончик, идем на склад и забираем коробку. Вот такая коробка, 25 фунтов. Наши покупочки, 25 штук, 16 фунтов. 5 килограмм креветок, которые мы заберем со склада, 25 фунтов. Красная рыба, филешка такая, 17 килограмм. А склад где находится? А? Приехали на склад. Вот рынок и здание склада.
Доброе утро. Начался мой второй день в Англии. Сейчас мы приехали на завтрак в английский паб настоящий. Кстати, история этого паба, не знаю, насколько правдивая, но думаю, что правдивая. Одна женщина, которая была в «Титанике», и в конечном итоге, слава богу, она выжила, она жила именно на этой улице. И теперь она постоянно приходила сюда, и теперь этот паб называется в честь нее. И название паба – «The Eva Hart». Сейчас вам покажу, как он выглядит с улицы. «The Eva Hart». Погодка не очень пока что. Это мы находимся недалеко от района Ромфурд. Вот там «Полис» написано. Вот такой обычный, традиционный, вернее, английский паб. Вот тут брекфаст, все дела. Будем заходить, сейчас вам покажу, как внутри. Лена, передай привет. Тут даже автоматы есть. Пабе не только приходят кушать и пить, а в автоматы еще играть. Все из дерева, такая шикарная лестница. 10:30 утра, как вы видите, людей много, но сегодня и суббота. Тут все красиво оформлено, поручни такие, узоры. В пабе нашли паутину. Наш завтрак в английском пабе. У Лены без колбасок, а они не спрятаны. Еще подается апельсиновый сок и кофе. В честь того, что она выжила, да? Потом она жила на этой улице. Грінвіцький парк – це колишній парк для полювання королівської родини. Довгий час залишався недоступним для пересічних відвідувачів. Тут також є Королівська обсерваторія. А знаменитий Грінвіцький меридіан, який ділить землю на західну та східну півкулю, проходить тут прямо по двору та відзначений блискучою смугою. Парк також був одним з місць проведення літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2012 року. Парк очень классный, очень много зелени. Так, это для собачьих отходов. Dog waste only. Сегодня прохладно, ветрено, солнце не так часто выглядывает, как вчера. Зеленые еще. Вон она бегает. Вон она сидит. Видите? Это наши люди. Где Фагу? А, пацан. Наши люди, украинцы. Да. Гортензия ты? Обсерватория в парке Гринвич. А тут, наверное, можно экскурсию за тебя пойти. Thank you.
Оттуда мы пришли. Вход бесплатный тут. Пожалуй, мы зайдем. Картина называется «View on the coast of Normandy». Когда-то территория Нормандии принадлежала Англии, а теперь Франции. Каминчик. Королева Виктория. Комната невесты. Тут будет свадьба. Такая красивая плитка. Вот круг нарисован. Да, тут только для мужиков. The Kings. Это мода тех времен. Различные компасы. Что за модель машин? Не, а как модель машин? Как? Лифт? Да. Вот тут вход в университет. Университет Гринвич. Тут также само можно прийти погулять. Открыто. Там можно подойти к воде. В Темзе. Катаемся мы на этой малышке 2012 года.
пришли, припарковались на бесплатной парковке. 2 часа для визитеров этого места. Надо сосканировать код и ввести номер машины. Но мы не визитеры, мы уходим отсюда. Надеемся, все будет ок. Мы пришли в район Canary Wharf. Это деловой квартал в восточной части Лондона. Является главным конкурентом финансово-делового центра Лондон-Сити. До сдачи в эксплуатацию небоскреба The Shard в 2012 году здесь находились 3 высочайших здания Лондона. Это район Canary Wharf на Собачьем острове. Тут обилие разных небоскребов, деловой финансовый центр. Очень красивый район, особенно впечатляет река. Тут даже яхты паркуют. А когда-то тут был промышленный район, тут был порт. Заводы отгружали товары, грузы, приплывали, отправляли, склады, помещения. А теперь вот преобразился в такой деловой район исторический. Но все-таки какие-то признаки давнего прошлого тут осталось. Я считаю, что это правильно. Хорошо, что что-то остается из тех времен, чтобы помнить свою историю, что когда-то было. А в основном тут небоскребы, яхты даже паркуются. И различные офисы. Вон до сих пор тут что-то строится. А вот, например, как такая даже не лодка. Видно, что она, если не с тех времен, то, по крайней мере, очень старая. Малышня на лодке. Молодцы. Я сама тут как турист. И также не забыли о традиционных английских домах в кирпичном стиле. Прямо на берегу. Мечтаю жить в таком доме. Hello! Hello! A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. Вот тут метро есть, Canary Wharf Station. Jubilee Park. Очень классно, что можно работать в таком офисе, спуститься вниз, гулять по такому красивому парку. Разные виды деревьев, вода течет, камушки красивые, столики, газон. Просто невероятно. Люди сидят на лужайке и смотрят спортивные трансляции. В данный момент это бейсбол, тут показывают и футбол. И это все между офисами. Можно спуститься с офиса на лужайку и посмотреть какую-то трансляцию. Обалденно. Туристический мостик.
Так, а мы пришли в ботанический сад под крышей. Она не совсем вся закрыта. Вход абсолютно бесплатный. А сейчас точнее вам скажу, как называется. Называется Crossrail Place. Вот оно так выглядит. Ну, вот такие я видел в этом, на Майорке. Да? Да, я вставлял еще в истории. Да, точно такие же. Разновидность бамбука. Вот тут с веточками он растет. Очень много разных деревьев, очень много зелени, невероятная красота. Обязательно стоит посетить этот ботанический сад. Тут поговаривают самые лучшие крылышки в Лондоне, именно в этой сети. The Ledger Building. Сейчас будем пробовать с пивом. Давай еще раз, давай. Все, огонь. Это у нас девичник. Congratulations. Вот это мы съели уже. Лимончик. Лайфхак. Жека, куда мы едем? А? Куда мы едем? BP. Petrol. Едем в магазин за колы, на заправку. Только за колы. Больше ни зачем. В час ночи. Проже? Дабку. Hello. Исследуем район ночью на самокате в шортах. Юрмовем, погоня. Погоня, погоня. Доехали до нашей точки. Курвазер, how much is it? 33 Okay, it's fine. Yeah, $1. Вот и сдачу нам дали. 40. Все, доехали целым, невредимыми. Так, пакет. Вместо воды мы купили колу и коньяк. Что-то пошло не по плану. Самокат целый, мы целые. Да,
Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Those shaders, no, no, no.